Представители общественности нашего региона продолжают выражать поддержку президенту и российским военным по поводу проведения спецоперации на Украине. К ним присоединилась Елена Ледакова, руководитель издания «Галышмановский вестник». Когда слушаешь наших западных партнеров, вообще вызывает удивление все их слова. И вообще вопросы возникают в адекватности этих людей. Ну ладно, они не любят нашу страну, но как можно рубить сук, на котором они сами сидят, и не понимать о том, какие будут последствия? Наверняка никто не ожидал, что эта ситуация настолько сплотит наш народ, что наш президент и наша армия найдут такую поддержку в лице всех своих граждан.